дары благодати Святого Духа. И Церковь нам каждый раз напоминает и говорит, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот оказывается, в чем заключается истинное богатство живущего на земле человека. Вот если мы с вами хотим быть подобными преподобных отцов и уподобляться Богу, то в этом случае мы должны ориентироваться именно в этом направлении, держать в себе благодать Святого Духа, которая будет проявляться в этих благодатных дарах. Так вот, каждый из нас может сегодня и в последующие дни сам о себе подумать. В этом году заключается смиренно-мудрее. Смиренно, то есть подлинно, не так, как на меня подумают или посмотрят люди, а кто мне есть на самом деле. Вот если у меня есть вот эти дары, значит, я на правильном спасительном пути. Давайте подумаем. Если у меня есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот если это есть у меня, значит, тогда во мне живет благодать Святого Духа. А если я раздражаюсь, если я кому-то завидую, если я злюсь или сержусь на кого-то, то значит, я еще далек от этих благодатных даров. Так вот тогда как раз надо подумать, что в дни рождественского поста это и есть благоприятное время, когда я должен обуздать свои страсти и встать на этот спасительный путь. И осознать, что я немощный, слабый, надо прийти к врачу. А врач – это Господь. А его труженик – это священник, который совершает таинство покаяния. И надо к нему прийти и сказать, что я, оказывается, такой слабый, немощный. Я думаю очень высоко о себе, а на самом деле пришла соседка, у нее на нее ты, ух, пришел сын или дочь с работы, вроде бы надо им помочь, а я на них почему-то рассердилась. Пришел муж или жена с работы, увидев их, вместо того, чтобы проявить свою любовь, настоящее подлинное христианское отношение, у них дом какой-то желтый, на соседей зале. И тогда надо подумать, действительно, кто же я здесь на самом деле. Так вот, время поста – это и есть благоприятное время, когда мы можем подумать о себе, о своей душе, о смысле жизни, и если осознаем, что во мне еще много очень недостатков, много разных страстей бушует, то в этом случае надо сразу же стремиться к духовному врачу на прием. То есть к священнику на исповедь. Покаяться, рассказать о своих немощах, слабостях, попросить прощения у Бога и постараться не просто раскаяться, а принести покаяние. А вы знаете, в чем разница, да? Раскаяние – это просто осознать, что я такой негодяй, что я такой нехороший. Ну и на этом все. А вот покаяние, оно имеет другой смысл. Не просто осознать свои немощи, но исповедовав, рассказав о них, изменить свой ум, изменить свой прежний порочный образ жизни. То есть стать лучше, добрее. Так вот, дни рождественского поста – это и есть время благоприятное для нашей души. И не только исправиться, но и принести плоды достойные покаяния. А это будет проявляться, если мы будем совершать добрые дела по отношению к тем людям, которые нуждаются в нашей помощи. И со всеми воздержаниями в пище заключается главный смысл поста, а в покаянии и в изменении своего прежнего порочного образа жизни. А мы, к сожалению, забываем о главном, а думаем о том, что я съел, сколько я выпил и чего я выпил, забывая о том, что диета, воздержание в пище – это только средство для достижения настоящего духовного поста. Мне хочется пожелать, чтобы дни рождественского поста для каждого из нас были плодотворными, чтобы Господь умудрял нас всех,
чтобы Господь приводил нас всех в дух смиренно-мудрия и к тому, о чем сегодня говорил апостол Павел, чтобы мы были одно тело во Христе Иисусе, а значит, чтобы в нас не было страстей, а чтобы жили только добрые дела, дела добра, любви и милосердия. И пусть Господь помогает всем нам на нашем жизненном пути и на этом пути к празднику Рождества Христова, чтобы мы так же, как волхвы, придя из далекой бездны, принесли Христу Спасителю, родившемуся в Вифлееме, мои дары, которые они приготовили, чтобы и мы смогли родившемуся в Вифлееме Христу Спасителю принести наши плоды, наши добрые дела, покаяние, исправление и добрые дела, добра, любви и милосердия. Аминь. Спасибо, Господи, Владыка. Поздравляю всех вас с праздничным ответственным днем. Всех причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн и желаю, чтобы они послужили каждому из нас во здравии тела и во спасении души. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.